ты даешь, ничего не получится. Студия красоты в Добрыше, ты что, сумасшедшая, ты хочешь стать банкротом? Сегодняшний выпуск бизнес-плана условно назовем «Красота в маленьком городе». Мне пришлось освоить новую профессию. Я научилась штукатурить, шпаклевать стены, зачищать, грунтовать, красить, ставить двери. Это наше основное помещение бьюти-студии. Здесь у нас парикмахер-зона, здесь маникюр-педикюр. Согласитесь, для потенциальных бизнес-леди в этой области масса возможностей для развития. Я иду на работу, я хочу идти на работу. Лучше сразу выбирать то, что вам нравится, чем приятно заниматься без принуждения, не ради денег, а просто так, вот как, собственно, я и сделала.